К другим новостям. В центре республиканской столицы обрушилась часть стены возводимого многоквартирного дома. Солидный кусок кирпичной кладки с верхних этажей недостроенного здания рухнул вниз прямо на частное домовладение, в котором чудом никто не пострадал. В администрации Черкесской республиканском Минстрое отмечают, что строительство этого многоквартирного дома велось без соответствующего разрешения. В настоящее время проводится проверка по факту несанкционированного строительства. Контролирующие органы будут следить за развитием событий. Дело будет передано в республиканскую прокуратуру. 16 августа около 17:00 произошло частичное обрушение стены строящегося многоквартирного жилого дома по адресу улица Международная, 56, в связи с чем инспекторами отдела по контролю за исполнением земель города был незамедлительно осуществлен выезд на место, в рамках которого установлено, что в результате инцидента был частично разрушен индивидуальный жилой дом, расположенный по улице Международная, 54А. В прокуратуру города Черкесска направлено, в соответствии с требованиями закона, письмо с просьбой согласовать проведение выездной проверки в отношении застройщика. Ранее отделом по контролю за исполнением земель мэрии муниципального образования города Черкесска уже проводилась проверка в связи с самовольным строительством по данному адресу. В результате проверки был выявлен факт строительства без получения разрешительной документации, в связи с чем застройщику ЖСК «Ситистрой» было выдано предписание с требованием немедленно остановить строительные работы, однако кооператив требования инспектора не исполнил. В связи с выявленными нарушениями должностные лица ЖСК «Ситистрой» неоднократно привлекались к административной ответственности. Органам местного самоуправления принимается весь комплекс мер в рамках предоставленных полномочий, направленных на защиту прав граждан.